В египетские порты Саид из Китая доставили 450 тонн риса для сектора Газа. В посольстве КНР в Египте уточнили, очередную партию гуманитарной помощи в ближайшее время отправят в Палестину через египетское общество Красного полумесяца. Еще 450 тонн муки из Китая доставят в порты Саид в середине апреля. Доставка гуманитарной помощи в сектор Газа затруднена из-за военной операции Израиля, который с октября разрешает въезд лишь небольшому количеству грузовиков. Это привело к дефициту продуктов питания и резкому росту цен. Килограмм муки в Газе подорожал в 50 раз до почти 14 долларов. Сахара подорожал в 20 раз до 22 долларов за килограмм. У нас нет еды, нам нечего есть. Приходится питаться травой и дикой зеленью на голодный желудок. Я покупаю еду на деньги от распродажи вещей, но этого все равно недостаточно. Мы истощены финансово и физически. Я потерял вес из 70 до 50 килограммов.